два сотрудника, которые крутят стол, они смотрят друг на друга, чтобы вот ручки и лебедки крутились одновременно, потому что если это будет неравносильное движение, то стол может заклинить, и он не будет подниматься. Вот если про конструкцию стола, то стенки, перед которой вы стоите, тоже там очень интересно. В этой стенке проходит противовес, который держит всю конструкцию стола.